Боевая готовность номер один, но тревожных сигналов пока нет. На улице еще прохладно, но уже на следующей неделе ожидается резкое потепление. Снег уходит быстро, значит, дождей не ожидается, и возможность возникновения лесных пожаров очень имеет большую вероятность. Вероятность возрастает в первую очередь из-за первых выходов людей на природу. Лес чаще всего горит из-за костров или брошенного окурка. Выезжать приходится, как говорится, как в первый раз на каждый пожар. Ну, самый серьезный, который мне достался, ну, честно говоря, они все в своем роде как бы являются сложными, да, то есть... Как бы не просто тупо взять лопату, побежать. Нужно еще сообразить, как ветер, как направление, как идет. Противопожарных мероприятий достаточно много. Для сдерживания огня в лесах, например, нарезают вот такие защитные полосы. Также планируется создание 3 пожарных противопожарных водоемов для забора воды пожарными машинами. Благоустройство мест отдыха 15 штук. Это для граждан, которые посещают леса, чтобы они... отдыхали не там, в лесных массивах, а в специальных отведенных местах. Кстати, с 20 апреля посещение леса вообще будет ограничено, поскольку в нашем регионе вводится особый противопожарный режим. Арина Макарова, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.